Здравствуйте! Сегодня я поделюсь с вами рецептом приготовления супа из чечевицы. Нам потребуется 350 грамм мяса, свиное филе, одна небольшая луковица, одна морковь, несколько листьев лаврового листа, 1,5 литра кипяченой воды, зелень петрушки, растительное масло, соль, кориандр молотый, перец и чечевица красная персидская. 1/2 пачки чечевицы высыпали в миску. Чечевицу моем в 3 водах, то есть наливаем 3 раза воду, рукой перемешиваем, аккуратно сливаем. Чечевицу мы помыли. В миску с помытой чечевицей наберем теплой воды из-под крана и дадим постоять, пока будем готовить зажарку. Лук и морковь порезали. Суп с чечевицей будем готовить в мультиварке. На дно чаши я добавила растительного масла и начнем делать зажарку. Сначала будем обжаривать лук. Мультиварку поставили на режим жарко и включили кнопку старт. Обжаривать будем закрытой крышкой. Наш лук обжаривается. Сейчас будем добавлять морковку. Морковь с луком немного обжарились. Сейчас добавим сюда мясо. Обжариваем лук, морковь и мясо в мультиварке с закрытой крышкой. Но не забываем периодически ее открывать и помешивать содержимое. Лук, морковь и мясо обжаривались в мультиварке в течение 20 минут. Функцию жарка отключаем. И сейчас сюда добавим заготовленной кипяченой воды. Чечевица в воде набухла. Остатки воды аккуратно сливаем. Добавили сюда чечевицу, все перемешали. Теперь посолим. Добавим петрушку, молотый кориандр и перец. Добавили немного кипяченой воды до нужного объема и густоты супа. Попробовали все на соль и приправы. Положили лавровый лист. Закрываем крышку мультиварки. Выставляем программу «Суп». Время приготовления 1 час 30 минут. За 20 минут до окончания времени приготовления надо будет открыть крышку мультиварки, все перемешать и попробовать по вкусу. При необходимости добавить соль или приправы.